Тетка. День шестой. А этот французик перевернулся. Мамка. Мамка сразу пришла. Пошла так. Там. Кому навесить люлей за детей? Так, ну вот глазки открыты, у этого уже чуть открываются. Баба. И у этого, да, вот этот первый, да? Вот первый. Какой? Ну, это ее перегоняет, смотри. А, точно, ага, пацан точно. Пацан перегонять начинает. Угу. Ну, кружочки крупненькие. Скажи. Хорошие. 6 дней, и смотри, какие они. Вон уже какие толстуны. Мяу. Такие прикольные, я не могу, носы. И мама статуэтка не подходит, потому что... Потому что Серега не обидит. Потому что ругать будут. Серега ругается, когда она пытается их уволочь за все, что можно. Ну, они прям такие бодряки уже. Ну, да. Слушай, вот этот перегонять стал даже. Угу. А девчонка самая такая светленькая. Угу. Как тища-то? Так, мама. Молодец. Все уволокла. Уволокла. Смотри, хвост. Следующий. Я не могу. Я слас один. Help. Мамка спасет. Все.